Со вторника, 13 августа, пассажиры могут приобрести билет на электричку белорусского и киевского направления через мобильное приложение компании-перевозчика «Расписание билеты ЦППК» в Google Play или App Store. Для этого в разделе «Расписание» или «Купить билет» необходимо выбрать маршрут, электропоезд, дату поездки и вид билета – туда или туда-обратно. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Жители теперь могут заранее планировать поездку, покупая билеты на электричку через мобильное приложение. Это во многом облегчит процесс передвижения и сократит очереди в кассах. Билет онлайн в одну сторону можно приобрести только от той станции, которая оборудована турникетами. Тот же самый принцип действует и с билетами туда-обратно. На обеих станциях должны быть расположены пропускные аппараты, резюмировал глава муниципалитета.